Магниткин в этом регулярном чемпионате. 27,5% реализации. Каждое четвертое удаление уверенно магнитогорцы реализуют. В последних матчах, правда, что-то немножечко надломилось в этом механизме. 3 заброшенные шайбы из 17 попыток. Но все исправимо. А это, кстати, и Майе делает шаг к Вадиму Шипачеву 1-0. Это Джош Карри. Джош Карри. Я тебя поправлю, да. Да. Близко рядом с Майе, прям в протоколе. Но чуть-чуть подальше. Уже успели смениться нападающие первой бригады большинства магнитогорского металлурга. Причем сменились все. И Джош Карри, я бы даже сказал, в атаке схода. Очень неплохая и сложная атака получилась. Две такие передачи прошли через центр зоны.